А вы знаете, что растения тоже умеют считать? Например, венерина мухоловка как минимум умеет считать до двух. Как только происходит два касания по ее чувствительным волоскам, то ее ловушка-капкан понимает, что пора, внутри что-то съедобное, и захлопывается. А вот выделение самих пищеварительных ферментов происходит уже после пяти касаний внутри ловушки.